сегодняшний вечер, они не случайны. Много разных настроений, много разных историй. И в основном, конечно, это пока что были мои авторские произведения. И о чем может писать любящий мужчина? О любви к своей любимой женщине. Моя супруга, моя муза, все, что есть в этой жизни, у меня помешано. Спасибо тебе большое. Без этого человека не было бы артиста Петра Елфимова, кроме шуток. Как говорится в одной мудрой пословице, и при хорошей жене и мужчина может стать человеком. Вот яркий пример и доказательство того, что это правда. Ночью морозно, ай, свет ухал.